призовой фонд, кто-нибудь и государство за победу в Олимпийских играх. А сейчас в нашей рубрике «Огни большого города» Оксана Шувалова расскажет о самых ярких событиях ночной жизни Нью-Йорка. Привет! А теперь немного о лучших местах для отдыха на грядущей неделе. Ну что, начнем последнюю неделю июля с рэпа. Концерт Боо, начинающего рэпера и профессионального актера, состоится сегодня в Театре Nokia. Он сегодня вам покажет мастерство приготовления самых искусных хитов Америки. По средам ночи сальсы в клубе LQ. Там приятная атмосфера, три бара, один ресторан с латинско-азиатской кухней, два зала, одно помещение, которого напоминает студия 54, студия 54. Второй зал напоминает огромную комнату с VIP-обслуживанием, многочисленные столики и танцы до мозолей. Те, кто не танцевался в далекие 80-е, могут восполнить упущенное в клубе Катра. По четвергам там играет классик фанк и ретро 80-х, 217 Bowery Street. И чего только не встретишь в ночном Нью-Йорке. Клубный промоутер Дина находится в самом начале своего пути на поприще журналистики, а точнее русской журналистики. К этому мы вернемся сразу после анонса. Внимание, все те, кто еще не ознакомился с творчеством группы Эвен Кремен, приглашаются в клуб National Underground в пятницу. Там пройдет его концерт, и он начнется в 9:30, 159 East Houston. В субботу постарайтесь попасть в клуб Pink Elephant. Там приятная атмосфера и самые лучшие диджеи только для вас. В воскресенье порадуйте себя яствами ресторана «Оно». Там для вас весь спектр ресторана мировых стандартов. Он находится на 9-й авеню, здание 18. А теперь ближе к делу. Вернее, к вечеринке, которая состоялась в прошлый четверг в клубе «Home». Родном доме музыки в стиле рэп и хип-хоп. Родным домом этот клуб является также для пары-тройки сотен молодых людей, среди которых можно встретить и таких знаменитостей, как Джей-Зи и Бейонсе. Первобытные общества выделяли три основных цвета – красный – огонь, кровь, белый – молоко, день, черный – земля, ночь. Именно в клубе Home интерьер и декорации выполнены в этой цветовой гамме. Белые, как молоко, и черные, как земля, тела двигаются в одном и том же ритме – ритме ночи и огня. Здесь дикая природа слилась с городской суетой. Сонному случайному пришельцу это место покажется адским пеклом. Разгоряченные тела извиваются под барабанный ритм с такой энергией, как будто под ногами у них раскаленная почва. Но на самом деле Home – это отличное место для проведения вечеринок, дней рождения и просто горячих знакомств. 32 столика, топ-диджеи и VIP-обслуживание. Об этом всем нам старался поведать один из промоутеров клуба – Дино. Я промоутер вечеринок в Нью-Йорке. Клуб Home – это удобное место для отдыха и развлечений. Там приходит очень много молодых людей и многие знаменитости. Пока промоутер проводил нас внутрь клуба, путь нам преграждали скептики-охранники и суровые женщины, отсматривающие содержимое дамских сумочек и тугих карманов. Среди завсегдатаев клуба нашлись также и бывшие земляки. Чувство родного дома от этого только обострилось. Нравится здесь, почему нет? Каждую неделю приходим. Мисс Доминиканской Республики 2002 года также чувствовала себя в Home как дома, несмотря на то, что ее дом в 4 часах полета над океаном. Диджей Шулер отнюдь не Шулер по натуре, а один из лучших диджеев Нью-Йорка, работающий в самых известных клубах города. Я танцую 7 лет, люблю музыку, люблю R&B. Почему именно Home? Да только посмотрите на это, как это можно не любить? Они ведь тоже меня любят. DJShuler.com, check it out. MySpace.com/DJShuler. Ночь кипела до рассвета, и засыпая после такого буйства, вполне можно очутиться в сказочном сне, где вы и мотылек, кружащий над районом Челси, летящий на самый яркий свет в неспящем Нью-Йорке. Ну что же, на этом все. Увидимся ровно через 7 дней. С вами была Оксана Шувалова. Это были основные события понедельника. Сразу после окончания программы сегодня